Обеспечение качества перевода документов. LibreTrans24 работает только с профессиональными переводчиками-носителями языка, обладающими знаниями в конкретной предметной области для всех наших проектов по переводу документов. Каждый проект по переводу документов тщательно проверяется для обеспечения высочайшего уровня лингвистического качества и технической точности. Мы используем ряд отраслевых показателей для измерения качества нашего перевода, таких как J2450 и Dynamic Quality Framework DQF. LibreTrans24 – первая платформа в индустрии переводов, которая внедряет инициативу по обеспечению ответственности переводчиков, чтобы наши клиенты имели возможность оценивать работу наших переводчиков. LibreTrans24 поддерживается крупнейшей в мире многоязычной системой управления терминологией TermWiki Pro с предварительно переведенными миллионами терминов в более чем 1700 отраслях и предметных областях, будь то медицина, информационные технологии, финансы, юриспруденция или производство, у нас есть отраслевой опыт и продуманный процесс локализации, чтобы обеспечить наиболее точные результаты перевода. Переводы документов Microsoft Word. Microsoft Word прошел долгий путь с момента своего появления в качестве текстового редактора. В настоящее время это ведущий инструмент для написания технических документов, широко используемых техническими авторами и менеджерами по документации при разработке руководств пользователя и учебных материалов. Система управления переводами LibreTrans24 способна обрабатывать все версии документов Word для наиболее эффективного результата. Наша система способна производить автоматические расценки на проекты, переводы в контексте и окончательный перевод с версткой. У нас есть экспертный опыт в создании оглавления, а также графики и скриншотов. Переводы документов InDesign. LibreTrans24 обрабатывает все версии документов Adobe InDesign для профессионального перевода более чем на 100 языков. Наши инструменты перевода могут извлекать текстовое содержимое из файлов InDesign и использовать существующую память переводов и терминологию, чтобы наши профессиональные переводчики могли уверенно переводить ваши технические документы с максимальной лингвистической точностью, единообразием и скоростью. LibreTrans24 предоставляет качественные и конкурентоспособные услуги DTP для файлов InDesign. Просто загрузите сюда свои файлы InDesign, чтобы мгновенно получить расценки на перевод. Документы Google переведем правильно. Документы Google позволяют нескольким членам команды совместно создавать и редактировать общие документы в режиме реального времени, которыми можно удобно управлять в онлайн-среде. Сегодня все больше и больше предприятий нуждаются в услугах, связанных с переводом проектов документов Google. Поскольку LibreTrans24 также является платформой онлайн-перевода с поддержкой как через интернет, так и с мобильных устройств, она представляет собой идеальное решение для переводов документов в Google с максимальной эффективностью. Вы можете перетащить файл Google Docs или отправить нам ссылку, об остальном мы позаботимся. Локализация документов FrameMarker. До того, как в последние годы разработка XML приобрела популярность, Adobe FrameMarker был де-факто стандартом для технической литературы на предприятии. FrameMarker предлагал различные возможности создания, такие как единый источник и разработка структурированного контента, что делало его идеальным для повторного использования контента и совместной разработки для предприятий, в которых работает группа технических писателей. LibreTrans24 предлагает решение для непрерывного перевода документов FrameMarker.
на все азиатские и европейские языки. Мы регулярно переводим документы FrameMaker более чем на 100 языков. Перевод документов MedCap Flare. Использует ли ваша компания MedCap Flare для создания документов? Тогда вы нашли идеального партнера по языковым услугам для перевода онлайн-справок и документации о продуктах MedCap Flare на все другие языки. LibreTrans24 имеет отличный опыт работы с проектами MedCap Flare. Фактически, мы были первой переводческой компанией, которая решила проблему двухбайтовой индикации языков с помощью RoboHelp, предшественника MedCap Flare. Мы можем обрабатывать ваши файлы Flare первоначально или работать с выводом, который вы генерируете, используя MedCap Lingo. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить индивидуальное решение для перевода MedCap Flare. Перевод XML DITA. Создание XML теперь стало отраслевым стандартом для разработки корпоративной документации. По сравнению с традиционными инструментами разработки, системы XML DITA используют тематический подход для создания контента, который максимизирует повторное использование контента, что приводит к значительной экономии затрат на последующий перевод. Кроме того, в документах XML DITA используется стандартный код HTML для форматирования содержимого, что позволяет компаниям экономить на затратах на DTP. LibreTrans24 обрабатывает файлы XML для переводов на все языки. Более того, у нас есть API интерфейс перевода, который может напрямую интегрироваться с системой CMS наших клиентов для полностью автоматизированного рабочего процесса перевода документов. Перевод с CMS System. Система управления контролем CMS позволяет компаниям наиболее эффективно управлять всем жизненным циклом разработки технической информации. Все больше и больше компаний используют инструменты CMS для управления содержимым своих веб-сайтов, печатными документами, загруженными PDF-файлами, чтобы предоставить клиентам техническую информацию, когда и где она им нужна. LibreTrans24 имеет опыт работы с клиентами, которые используют различные системы CMS для перевода и размещения контента. Мы также обеспечиваем полностью автоматизированный процесс перевода с помощью сторонних систем CMS. Свяжитесь с нашим отделом продаж сегодня, чтобы получить индивидуальное решение для ваших нужд перевода CMS. Локализация онлайн-справки. LibreTrans24 – лидер языковой индустрии в области высококачественного перевода и локализации онлайн-справочной системы. Мы локализовали множество файлов справки для различных программных продуктов, включая контекстную справку. LibreTrans24 работает практически со всеми инструментами создания справки, доступными на рынке, включая инструменты, которые позволяют выводить контент как в интерактивную справку, так и в печатный файл PDF. В дополнение к переводу LibreTrans24 также предоставляет нашим клиентам тестирование такой справки, поэтому переведенный текст помогает полностью функционировать в рамках платформы OS. 8 советов по быстрому качественному переводу документов. Столкнулись с некачественным переводом документов, который требует больших затрат и занимает много времени? Используйте эти 8 проверенных советов, которые помогут улучшить услуги по переводу документов за счет сокращения затрат и времени вывода на рынок. Создайте многоязычный глоссарий часто используемых терминов, таких как название продуктов и отраслевой технической лексики. Неточные или непоследовательные переводы терминологии обычно составляют 80% всех проблем с качеством перевода документов. Помимо обеспечения технической точности, управление терминологией сэкономит время, которое каждый лингвист должен тратить на изучение терминологии во время перевода, что приведет к более быстрому выполнению проекта
и снижению общих затрат. Используйте память перевода. Переводческие технологии прошли долгий путь к повышению эффективности при сокращении затрат на проекты. Память переводов – это практика хранения всех переведенных предложений в базе данных, чтобы их можно было повторно использовать при последующих переводах. Благодаря памяти переводов одни и те же предложения никогда не приходится приводить дважды, что снижает затраты на перевод и улучшает лингвистическую согласованность. Отредактируйте документы перед отправкой их поставщику услуг перевода. Публикация из одного источника с использованием условного текста является хорошей практикой для создания исходной документации для нескольких моделей продуктов, а текст с полями может вызвать проблемы с переводом, что приведет к неверным результатам. Всегда высылайте окончательный документ. Избегайте использования PDF в качестве исходного документа. Многие компании отправляют файлы PDF для перевода, потому что это проще всего сделать. Хотя PDF-файлы довольно портативны и их можно легко обменивать со сторонними партнерами, они создают множество проблем с переводом. Это связано с тем, что файлы PDF утратили собственную структуру форматирования, которая определяет предложения, абзацы, верхние и нижние колонтикулы, а также стиль шифров. Чтобы правильно перевести файлы PDF, программное обеспечение для перевода должно сначала выполнить процесс преобразования документа. Подобно инструментам OCR, который преобразует отсканированные документы в редактируемые файлы, в процессе преобразования PDF неизменно теряются некоторые настройки документа, что приводит к плохим результатам перевода. Используйте современные инструменты разработки, такие как XML, DITA для создания и последующего перевода документов. Современная CMS поддерживает гибкую и тематическую разработку, которая легко управлять и которая позволяет лучше использовать контент при совместной разработке технических писателей вашей компании. XML также идеально подходит для современной среды распространения цифрового и онлайн-контента, поскольку документы XML отделяют форматирование от фактического текстового содержимого, он является идеальным форматом для наиболее эффективного процесса перевода. Используйте простой английский. Обучайте своих писателей писать простые предложения, которые можно легко понять и перевести. Избегайте использования сложных оборотов с длинными предложениями, потому что такое построение предложений может работать на английском языке, но может вызвать проблемы с переводом на других языках. Уменьшите размер документа. Типичные руководства пользователя прошли долгий путь с точки зрения количества слов. Исследования показывают, что большая часть контента, связанная с большими документами, редко читается. Стоимость переводческих проектов зависит от количества слов, поэтому размер документа напрямую влияет на ваши расходы на перевод. И последнее, но не менее важное, работайте с авторитетным поставщиком переводческих услуг, который обладает опытом и технологиями, чтобы обеспечить наилучший результат перевода. Современные переводческие услуги перекочевали онлайн. Поэтому убедитесь, что выбранная компания может предоставить срочные онлайн-переводы, поддерживать облачное управление переводом и предлагает услуги перевода по запросу 24/7. Нужна помощь в переводе деловых документов?